Всем привет, ребят, с вами Лего, и у меня в инвентаре есть сешечка. В общем-то, ну вы уже поняли, для чего она нужна. Как и обещал, я буду сегодня шатать Брэдли. С вас 2000 лайков, если вы хотите, чтобы выходил видосик по Расту. Так что, ребята, я вас жду также на первом сервере Rust Club'а. В общем-то, здесь происходит кромешный пиндрец. На самом деле, почему я и начал снимать ролик. Тут сейчас будут лютые замесы. Я всех сюда сейчас позвал. Сейчас был рестарт сервера, было 100 человек, сейчас почему-то 54 стало. Кто-то по кому-то стреляет. Причем с лука. Не понял. Это не по мне? Я что-то не понял. Алло, вы где стреляетесь-то? Наша задача будет сегодня ушатать Брэдли, ребята. Поэтому, ребята, ставьте большие пальцы вверх. Кто не подписался на канал, снова подписывайтесь. Будет Растик выходить. Он и так уже выходит неделю каждый день. Если вы любите видеть Раст, то не забывайте ставить лукасы. Все, с лукасов я вас повыманивал. Да что такого, ребята? Что вот если давайте по чесноку? Что такого-то? Вам что, сложно лукас, что ли, поставить? Я видел некоторые комментарии, которые воняют, типа, вот, выпрашиваешь лайки. Да ё-моё, что вам от этого будет? Вы что, денежку платите за это или что? Даже мне за лайки не платят. Это просто мотивация, это просто, чтобы всем было веселее. А чё забегал? Подожди, а чё он забегал? Фига, я ему два раза на такой дистанции попал. Вот это красиво выглядит. Ну что, сегодня нужно как-то пробраться, ушатать Брэдли и забрать, попробовать весь Лутенский. Сегодня у нас такой мини-ивент. Еще раз повторяю, внизу в айпишка в описании. Буду часто такие делать темы. Так что заходите, попадайтесь в ролик. Ваша задача меня поубивать. И моя задача вас поубивать. Все честно, все по-нормальному. Я стал выкладывать ролики, как меня рейдят. Мне стало интересно показать, как на самом деле я опистюливаюсь. Поэтому сейчас никто такого, кстати, не снимает. Вот мне что-то в голову как-то стрельнуло, чтобы показать вам, какой Раст он на самом деле, как можно реально получать люлей. Что такое? Нам нужно до Брэдли еще как-то дойти и на него сишку повесить. Вот еще в чем весь вопрос-то. Я не знаю, тяжело это будет или легко. Сейчас еще и лутик надо забрать. Может, там базука будут, ракеты? Хотя я, конечно, не уверен. Какие-то два типа были, лучники. Я вот здесь их ушатал. И все, по идее, да? Вот они лежат. Лежат красавцы, больше никого нету. Так, надо посмотреть, запись-то вообще идет, я прям чувствую, что будет эпично. Конечно же, она идет, что с ней станет? Кстати, тут столько места, где гаситься можно, ё-моё. Здесь столько мест, здесь можно прятаться где-то, еще что-то. А может сюда попробовать залезть, точно? Быстрее на верхушку. Вот. Так, я сейчас здесь пока похожу. Тихо. Кто-то топает. Не понял, за ракетой, что ли, прямо? Или где? Или прямо подо мной? Я честно, я не понимаю, где чувак. Он же прям где-то здесь топает, вы слышите? Где? Я вообще не понимаю, где он, но ладно. Там Брэдли катается уже. Он сейчас до лута так будет потеть. Где вот он? А если он с калашом? Он сейчас просто меня зажмет и все. Я буду, в общем-то, победителем на этом месте, на этом заводике. Где вот он лазил? Ну он прям лазил, я слышал. Не надо мне рассказывать, что его нету. А где Брэдли? О! Что есть? А это, кстати, после рестарта что-то пацаны не стали перезаходить. Думали, что типа останется лут. Но нет. Он у вас не останется. Придет Лего и вас побьет. Где Брэдлик? Вон он катает. Давайте его сюда согнем. Здорово! Брэдли! Здорово! Алло! Что-то, по-моему, Брэдлику как-то насрать. Он поехал. Он поехал куда-то. А, вон он выпаливает кого-то. Патриков у нас есть. Главное, чтобы мне сейчас спину не ушатали. Лук летит. Вот еще что самое интересное. Будем смотреть вход.
Ну, короче, кто-то сейчас спину меня будет крысить. Хотя бы надо вот эти два сундука забрать. Кто-то будет инфа 300 крысить спину. Во. О, я же говорил, что кто-то будет крысить спину. Так, надо быстрее перезарядить. Там кто-то тоже с калашом идет. Так. У меня там, по-моему, пайпа. Смотрим, что есть. Опа-на. Ебать. Вот это жестко. Очень жестко. Теперь надо убегать. Валим отсюда. Валим. Что такое скин в консоли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я где-нибудь сейчас смогу как-нибудь что-нибудь убежать или еще что сделать? Я поставлю сейчас два калашика. Здорово! А он по мне стреляет или по кому? Ой-ой-ой-ой. Так, поехали. Забежим сюда. Сука, он ездит прямо здесь. Здорово, здорово. Бежим сюда. Здрасте. Блядь, меня ушатали, суки. На! Я взорвал Брэдли. Я взорвал Брэдлик. Аирдропчик. Не понял, что они тут строят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Тихо. Здорово. Подожди, здесь я же могу поставить? Вот так. Так. Оу! Лутик! А что за бункер-то? Забегали, забегали. Стой! И все упало не туда, куда надо. Здорово. А где еще был бункер? Так. Здорово. А нас тут никто не застрелит сейчас? По-моему, нет. Что у тебя тут есть? Спасибо. Спасибо. А еще есть что-нибудь? Так, у тебя ничего нету. Здрасте. Так, что-то я тут не понимаю. Вау! Я понял. Бляха-муха! Нормальный дом. Нифига у них там сколько этих. Как его? Опа-на. Здрасте. Офигеть, у них тут сколько всего. Так. Так, так. Короче, везде двери открыты, у них везде... Здорово. О, давай, давай.
Нормальная тема. Давай. Здорово. Что вообще происходит? Шершеринг. Шершеринг. Ёптать. Нифига вы что творите? Это что такое? С графоуни что-то не так. Надо быстрее отхиляться. Он мне прям в башку пробил с болтовки. Здорово. Чё залутал? Да что происходит-то с графикой? Какой-то дом багованный. Куда у тебя болтовка-то улетела? Можешь зарейдить их нафиг? Так, так. Чё там? Так, там проход есть. Ну-ка. И она сюда не смотрит, да? Она туда смотрит. Здорово! Здорово! Это вообще где мы? Это какая-то жесть происходит. У них какой-то дом вообще лютый. Сколько у них там топлива? А он что-нибудь коцает, нет? Ничего не коцает. Вот сучка. Ладно, ладно. Вот сучка. Так. Так. Это туда смотрит. Что вообще происходит? Слушай, здесь можно зарейдить так-то. Вот сюда попал. Дальше что, куда? Сюда не могу пройти. Тут что-то открывается, что-то закрывается. Везде что-то где-то стреляется. Хоп-хоп. Ты куда побежал? Подожди, надо вспомнить, где это находится. Так, это находится здесь. Так, так. А дальше я куда, если я что смогу даже? В принципе, у них, короче, лут по центру. Попробуем, что ли, их раскочегарить. Где-то вот здесь вот. Я ситхом поставил вот там за стеной. Сейчас, наверное, пойдем бабахивать. Смотрите, что здесь есть. Есть что-нибудь? Спасибо. Здорово. Бывает. Здесь что-нибудь есть? Там что-то есть, а я обратно туда смогу пройти? Куда ты побежал-то? Что ты успел тут забрать? Я не понимаю, у него в руках автомат, а где он? Куда девается автомат-то? У него был только что в руках автомат. Сколько можно их уже здесь убивать? Здорово. Вот забегали-то, вот забегали. А если их тут попробовать зарейдить, что будет? Сейчас попробуем. Я там еще лут не достал, какой хотел. Так. Так, так. Так. Поехали. Нужно сейчас разобраться, что сделать. Угол. Ну что, он там прошел, нет? Тихо. Здесь ничего нету. Обидно. Здорово. Калаш забрал. Ага, этот здесь.
А, у них там дальше, короче, надо по центру их бахать. Я понял, надо их по центру бахать. И здесь дверь закрыл. Здесь их дожидаться и бахать. Либо, короче, сейчас я подумаю, как. Сейчас надо подумать. Так, а если вот сюда пристроюсь? Сюда я могу изи и сам допрыгнуть. Так, здесь я могу пройти. Здесь тоже могу пройти. Вот здесь вот сюда надо бахать. И туда дальше. Короче, тупо здесь. Если здесь не получится, то вот отсюда пройти смогу. Так. Сейчас уже ночь будет, я не успею их бахнуть. Я их реально не успею бахнуть. Да ладно, чё ты? Либо просто, короче, берешь и с центра бахаешь. Вот здесь по центру просто бабахаешь сверху вниз. Так, 4 ракеты. 8, 12. Здорово. 8, 12. Так. 8, 12. Сука, все успел закрыть. Все успел закрыть и передвинул еще турельку. Так, он передвинул там. Да, конечно. Короче, они в шоке вообще, не понимают, что делать. Это какой-то дом-ловушка на самом деле. Ага, я открыл здесь, да? Тихо. Еще челик. Куда он запрыгнул уже, что ли? Куда ты там запрыгнул-то? Слава богу, сюда никто не приходит из других челиков. Так. Сейчас будет, нужно сдать следующий день и бахать их. Он там что, закрыл уже, что ли, дверь? Так, она куда смотрит? Прям сюда? Нет, она смотрит туда. И что мне это даст? По-моему, ничего не даст. Так. Они уже начинают выходить голыми. Мне это не сильно нравится. Сейчас все уже эти кончатся. Патрики. Так, патрики, если все кончатся, если сверху вниз идти. Ну хз, ну такое. Калаш я у них забрал. Пацану надо помочь. О, покушай. Так. Я думаю, что... Блин, когда он ее выключил... Она просто так открывается. Я понял. Тихо. Я заберу эту дверь. Так, за дверь спасибо. Еще та открывается, да? Еще та открывается. Я могу сюда пройти. Дальше все равно вот этот проходняк. Здесь проходняк. Это если вот ее взрывать, ну тогда лестницу взрываешь. Там проход. Там тоже проход. Что делать-то с ней? А чё ты? Ох ты ж, ё-моё, сильно лупит так-то. Как? О, там нормально. Как её это, сагрить-то? Как же её сагрить? Чё-то мне кажется, что их уже нету. Я думаю, что я не буду их, наверное, рейдить. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, мать его. Что здесь происходит? У меня есть войнушки происходят. Нормально попал. Ох, перевязывается там парик. Короче, попытка номер 2 на Брэдли. Я думаю, сейчас все будет нормально. Или меня сейчас просто прихлопнут. Он из чего по мне стрелял-то? Нифига, у него не жирно по бинтам-то. Да иди в баню. Откуда ты его стреляешь? Заколебал ты. А вон, с крыши, с берданки и крыши, да? Хорошо, сейчас мне надо налечиться. И я думаю, потихоньку мы начнем ломать Брэдли, если она вообще здесь. Как говорится, заход номер 2. И финальный. Но мы зато посмотрели, что Брэдли можно ушатать на изи при помощи сишки. А дубль, как говорится, 2. Но только там сидят какие-то типы. Брэдли ездит.
Причем она сюда не доезжает, насколько я понимаю. Она доезжает только вот там где-то ездит. Нужно как-то подловить момент, подойти, кинуть одну сишку, и все, на изи получится. Ой-ой-ой-ой. Она едет. Ой-ой-ой-ой. Открываем. Бежим дальше. Чувиков здесь пока не вижу. Сейчас она будет стрелять, она будет делать пэм-пэм-пэм-пэм. Сейчас она вот сюда выйдет. И мы начинаем. Здорово. Пошло дело. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Она не хочет ехать. Ой! Ой! Это откуда выстрелы были сейчас? Вы что творите? Зачем? О. Ну не надо, ну пожалуй, я бомж. Я бомж. Я бомж. Ё-моё! Я тоже бомж. Так, он там один был? По кому он стреляет? Оп! Так, у меня одна сишка. Так. Так. Блять! Слишком жестко, ребята! Смотрите, сколько самолетов! Вы чё творите-то? Жесть! Сколько там аирдропа выкинули? Последний мой заход. С последним калашом. Что-то какие-то лютые игроки на расслабе один играют. Обычно я всех тащу, здесь никому. Здесь больше одного убить не могу. Так, одного повалил. Причем в башку сразу ему вкатал. Где его друг? Нормально ему просадил. А где его кореш? Или я двоих ушатал? Ну-ка. На, держи. А чё они отходят постоянно? Фига он нагревает. Что там базарит кто-то? Сразу стреляет, я не верю. Сразу стреляет, просто сразу. Еще. Это что это вообще происходит? Я не знаю, если меня считают макросником, то это вообще какие-то убер, блядь, профессионалы. Просто руста, просто чемпионаты мира. Ладно, ребят, с вами был Лего. Не получилось добить их до конца. Ну, в общем-то, всем пока-пока.